Hi guys, welcome back to Junris Vlog at Agriac. So for today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and fantastic. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, this is The Secret of General Lebed's Death Has Been Revealed. And credit to the owner also with the video to New Soldat. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian video that you can suggest, please drop it on my section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. Please turn on the CC down there for your Russian and English subtitles so that we can understand with each other. And let me give you some little information with regards to this video, like the synopsis of this video, guys. This paratrooper stopped the war in Transnistria, and in the 1996 presidential election, General Lebed received 11 million votes, becoming the third after Yeltsin and Zhuganov. He did not stay long as secretary of the Security Council and signed the Kasab-Yort Peace Treaty. Having finished the first Chechen Peace Treaty, he won the election in the Krasnoyarsk territory and became the prototype of General Ivolgin in the peculiarities of the National Hunts. For almost 10 years, Alexander Lebed was a very popular figure in Russia, a hero of epics and myths. His death was overgrown with versions that walked around the country for a long time. So let's get to it, guys. Enjoy with this. I would love to listen with you at the comment section. What are your thoughts with you guys? Enjoy and Privet. Этот десантник остановил войну в Приднестровье и на президентских выборах 1996 года получил 11 миллионов голосов, став третьим после Ельцина и Зюганова. Недолго побыл секретарем Совета Безопасности и подписал Хасавюртовский мир, закончив Первую Чеченскую. Победил на выборах в Красноярском крае и стал прообразом генерала Иволгина в особенностях национальной охоты. Лебедь почти 10 лет был очень популярной в России фигурой, героем былин и мифов. Его гибель обросла версиями, долго гулявшими по стране. Приветствую, на связи New Soldat. Сегодня о генерале-легенде, сегодня об Александре Лебеде. А перед началом ролика хочу порекомендовать вам фильм. От режиссера фильма «28 панфиловцев». Огонь! Заводи, дядь Вася. Поехали. Создателям танка Т-34 посвящается первые непобедимые танки в кино с 26 апреля. А теперь начнем. Ему принадлежат слова. Я говорил как русский офицер, у которого есть совесть. По крайней мере, я это твердо знаю. Я говорил это для того, чтобы все задумались. Подчеркиваю, я сказал, а вы, товарищи политики, и ты, господин народ, думайте. Александр Лебедь никогда не думал стать генералом. Его дед вернулся с Отечественной войны старшиной, отец – старшим сержантом. А его самого неудержимо влекло небо. Трижды он пытался поступить в летное училище, но каждый раз не удавалось пройти медицинскую комиссию. На четвертый поступил в Рязанское воздушно-десантное командное училище. Командир взвода, потом командир роты, затем замполит. В 1979 году советский контингент войск был введен в Афганистан. В ноябре 1981 года капитан Лебедь по собственному желанию направляется на должность командира 1-го батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Дисциплина, боевая подготовка и сплоченность – то, чего он добивался от подчиненных всеми возможными способами. «Вернуть солдат домой живыми» – вот его девиз. И если для этого нужна была тактика выжженной земли, она применялась. Как вы считаете, была ли тактика должным оправданием его девиза? Оставляйте свои комментарии под видео. Я 26 лет своей жизни посвятил тому, чтобы научиться разрушать. У меня это, видимо, здорово получалось, иначе за что Родина утыкала меня орденами? Теперь я получаю большое удовольствие от созидания, скажет он позднее, уже будучи политиком. Давайте достаточно кратко пройдемся по биографии генерала. Что его привело в эту самую политику? В 1982 году, во время выполнения боевой задачи, Александр Лебедь получает сильное ранение ног.
После медицинского отпуска и скитания по госпиталям возвращается в Афганистан. Вскоре ему присваивают звание майора, а затем направляют для получения высшего военного образования в военную академию имени Фрунзе, которую он заканчивает с отличием. С 1988 по 1991 год командир 106-й Тульско-воздушно-десантной дивизии, которую неоднократно направляли на усмирение волнений и мятежей в горячих точках умирающего Советского Союза. В январе 1990 года его дивизия вновь была направлена разнять насмерть дерущихся азербайджанцев и армян. За удачное выполнение операции 17 февраля 1990 года Александру Лебедю было присвоено воинское звание генерал-майора. В августе 1991 года генерал Лебедь получил приказ командующего военно-десантными войсками Павла Грачева силами парашютно-десантного батальона организовать охрану и оборону здания Верховного Совета. Во главе батальона Тульской дивизии ВДВ Александр Лебедь воспринял приказ не только как солдат, выполняющий любой приказ командира, а как генерал, в руках которого была жизнь целой страны. 19 июня 1992 года Молдова начала операцию по наведению конституционного порядка на территории самоопределившегося Приднестровья. 23 июня 1992 года около 2 часов в Тирасполе приземлились 3 самолета, в одном из которых находился генерал Лебедь. Через 3 дня военный совет 14-й армии выступил с заявлением, обращенным главам правительств и народам Содружества независимых государств, в котором обсуждалось применение Молдовой авиации по мирным целям Приднестровья. Предупреждение военного совета 14-й армии не возымело эффекта на молдавскую сторону. И в 17 часов 26 июня Александр Лебедь собрал свою первую пресс-конференцию, на которой четко и ясно сформулировал свою позицию. Армия будет продолжать сохранять нейтралитет, но качество этого нейтралитета изменится. Это будет другой, качественно другой нейтралитет, вооруженный нейтралитет. Мы достаточно сильны для того, чтобы дать отпор кому угодно. Сущность этого вооруженного нейтралитета будет состоять в том, что пока нас трогать не будут, и мы никого трогать не будем. Как вы считаете, была ли его позиция верна? Оставляйте свои комментарии под видео. Так или иначе, но в итоге его действия привели к тому, что 3 июля состоялась встреча президентов Молдовы и России в Москве, на которой было принято несколько решений. Но в первую очередь решение о прекращении боевых действий и разведении воюющих сторон. 21 июля было подписано соглашение о мирном урегулировании конфликта. 29 июля в Приднестровье введены миротворческие силы России. Исключительная роль генерала Александра Лебедя в прекращении бендерской бойни неоспорима. За несколько дней этот человек смог восстановить мир на Приднестровской земле и поднять растоптанное величие России. Трудно предположить, сколько жизней приднестровцев спас Александр Лебедь, принудив Молдову к перемирию. Приднестровцы в большинстве своем были не просто благодарны Лебедю, а буквально боготворили его. В 1995 году Александр Лебедь возглавил общероссийское общественное движение «Честь и Родина». С декабря 1996 являлся председателем Российской Народно-Республиканской партии. В 1996 году участвовал в президентских выборах, где за его кандидатуру проголосовало 15 миллионов россиян. Сразу после этого Борис Николаевич Ельцин назначил Лебедя секретарем Совета Безопасности России. В качестве представителя президента РФ 31 августа 1996 года Лебедь совместно с Масхадовым подписали так называемые «Хасавюртовские соглашения», подводившие черту под первым этапом чеченской кампании и предусматривавшие вывод российских войск с территории Чеченской Республики. В мае 1998 года генерал был избран губернатором Красноярского края. Путь политика не принес или не успел принести ему должных результатов. «Власть — это машина, которая способна переломать кости кому угодно», сказал Александр Лебедь однажды, реально понимая, как непросто в России быть у руля и богатеть вместе с державой, а не за счет ее. Возможно, после многих проб и ошибок у него это бы получилось, но гибель Александра Лебедя 28 апреля 2002 года при крушении вертолета все перечеркнуло. И подчеркнуло тоже. На церемонию прощания с губернатором Красноярска пришло более 40 тысяч человек. О причинах его гибели до сих пор ходит несколько версий. Вот лишь некоторые из них. Первая версия – туман и риск. Когда вертолет с губернатором, его заместителями, помощниками, журналистами и охраной вылетал в сторону Буйбинского перевала, погода опасений не внушала. Туман поднялся резко, также резко упала видимость, а Ми-8 машина совсем не всепогодная.
Сергей Шойгу, который тогда руководил МЧС и возглавил Государственную комиссию по расследованию трагедии, осмотрев место падения и пообщавшись с пострадавшими, заявил, что, скорее всего, в тумане вертолет пошел на незапланированную посадку, задел лопастями провода ЛЭП и упал с небольшой высоты. Ни экипаж, ни тем более самого губернатора по горячим следам никто не винил. Вторая версия – сам лебедь. Предположение, что хозяин края, известный своим крутым нравом и резкими решениями, приказал летчикам продолжать полет, несмотря на быстро ухудшившиеся погодные условия, да и вообще отдал приказ лететь, когда можно было значительную часть пути проделать на машинах, хотя так путь увеличивался в полтора раза, выдвинули местные телевизионщики. Красноярская государственная телекомпания поделилась со зрителями сведениями о том, что командир вертолета, опытный пилот Тахир Ахмеров, якобы не хотел рисковать жизнями пассажиров и экипажа, но бывший глава Совета Безопасности будто бы в привычной ему жесткой манере заставил поднять винтокрылую машину в воздух. Ну а потом, спустя время, вроде бы даже заходил в кабину пилотов и отдавал им указания лететь дальше. Репортер-телевизионщик цитировал якобы услышанную им фразу с пленки, которую он передал так: «Всю ответственность за полет беру на себя». Но полуторачасовая запись из черного ящика, кстати, сделанная на проволоке, а не на пленке, которую изучили специалисты Межгосударственного авиационного комитета, не зафиксировала ни одного разговора экипажа с лебедем за это время. Хотя, исходя из командной личности губернатора, такой приказ вполне мог иметь место. Как вы считаете? Оставляйте свои комментарии под видео. Версия 3. Экипаж. О неподготовленности экипажа к данному рейсу тоже заговорили сразу. И что опыта полетов в мерзких условиях сибирской весны у них было мало, и что полетные карты какие-то плохие, недостаточно подробные, на которых злополучные линии электропередач не были указаны. Особенно активно эту версию обсуждали в самом Красноярске, где долго лечились те, кто выжил в той авиакатастрофе. Перенесшая 7 операций и ставшая инвалидом, журналист газеты «Красноярский рабочий» Елена Лопатина прямо заявляла: «Авария произошла из-за всеобщей расхлябанности и безответственности. Смотреть не могу на этих летчиков. Можно было сесть в ближайшем поселке и доехать на машинах». Но у 50-летнего на тот момент командира экипажа Таира Ахмерова за плечами было 30 лет летного стажа. А сам он заявил в интервью уже федеральным СМИ, что «если бы я видел, что существует реальная угроза безопасности, я бы развернул вертолет». Четвертая версия. Диверсия. Ходили слухи о том, что к лопастям вертолета была прикреплена взрывчатка, и вертолет взорвали с земли. Писали со ссылкой на одного из депутатов Красноярского ЗАГС-собрания даже о неких офицерах ГРУ, пришедших на похороны Александра Лебедя на Новодевичье кладбище и якобы шепнувших этому депутату, что авиакатастрофа – это спецоперация по устранению неудобного для многих губернатора. Правда, чья именно операция, не уточняли. Впрочем, позже нигде эти офицеры уже не всплывали. Но версия о том, что вертолет завалился не случайно, и что бывшего главу совбеза могли устранить, гуляла еще долго, пожалуй, до суда в 2004 году. Выводы и суд. В начале 2004-го в Красноярском краевом суде слушали дело о крушении вертолета Ми-8, в котором летели 20 человек, 8 из которых погибли и умерли от травм. Суд рассмотрел представленные следствием материалы, в том числе выводы комиссии МАК. По тем материалам полет проходил с нарушениями сначала. Число пассажиров оказалось больше, чем мест в салоне. Летная карта была неверно масштабирована. Долгосрочный прогноз погоды – в пути было совершено две посадки – неблагоприятный. Точного маршрута следования до точки посадки пилоты не знали. Из-за плохого знания маршрута на борт проводником взяли главу администрации Ермаковского района Василия Рогового. Из-за тумана провод ЛЭП возник перед лобовым стеклом внезапно, в десятках метров. И по заключению экспертов, командир совершил ошибку, слишком резко дернув вертушку вверх. Не выдержал нагрузки ведущий винт. Его лопасти, изогнувшись, задели хвост Ми-8. Через секунду одна из уцелевших лопастей хвостового винта намотала провод грузоотвода, находившийся на ЛЭП. Высота линии электропередач около 37 метров. Вертушка начала падать, по одним данным 45, по другим с 60 метров. Александр Лебедь погиб потому, что сидел на правом борту. Ми-8 при падении закручивался вправо, и его раздавил ротор винта весом в 1,5 тонны. Командир вертолета Тахир Ахмеров был приговорен к 4 годам с отбыванием срока в колонии-поселении. Отсидел половину, вышел по УДО, вину свою так и не признал. Второму пилоту Алексею Куриловичу дали 3 года условно. Кассационная жалоба летчиков Верховным судом в июне 2004 года не была удовлетворена. Вот так закончилась история одного из легендарнейших генералов современной истории.
На этом все. С вами был Нью Солдат. Чью еще историю жизни вы бы хотели узнать из наших сюжетов? Оставляйте свои предложения в комментариях. И обязательно расскажите о нас своим друзьям. Вполне вероятно, что они упускают что-то важное, несмотря на наш канал. Дайте им возможность тоже быть в курсе событий. Oh my god, that was so interesting. I was thinking also he was killed, or he was like there is a plan of killing of him, but I think that one is like the pilot was not knowledgeable enough for the place that they are going to. It was a general with a capital letter, a strong-willed man, also professionally being as a military man that could become the Minister of Defense. But why he did get involved in this policy made the earth rest in peace of him, well, unfortunately, are not needed. That's not the whole story of the memory of heroes. Honor and glory to all the human being, and this is such incredible. Get rich together with the state and at the expense of the people, a real warrior. And if you look and get acquainted with all the information about the dead generals in recent years, namely the last almost 20 years, then the real horror will be like, you will know. I am very sorry also with the honest and ideological people of the country of Russia who do not yet know that they will be killed in the future. And this is such an interesting video. If you have some additional information with regards to this video, and if you know more about on this video, please drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all to know more about in this video if you have some additional information with regards to this one. And if you like this video, guys, and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and subscribe also to my channel. This is Junris Vlogadag Reacts, saying stay humble, so positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, is in the description box below. Thank you so much for that and spasiba to our Russian friend. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po and see you in my next video reaction.